Здорово, ребята, продолжаем играть в Сталкер честь наемника. Так, подожди, а где мы остановились? А мы остановились под разрушенным мостом. Суть в том, что я немножко переместил веб-камеру свою, и, собственно, теперь она у меня находится, ну, прямо перед лицом, грубо говоря. Суть еще в чем? Камера немножко будет потряхиваться, потому что она у меня прикреплена к монитору этого самого, как его называют, ноутбука моего Acer V3 571G. Суть в том, что, блин, нет, суть уже надоела, я ее повторю через каждую секунду. Проблема в том, что камерка немножко будет трястись. Вот, допустим, я по столу немножко чуть ударил, и камерка потряслась. Ну, ребята, терпите, что я могу сказать. Вариантов-то немного. Штатив мне уже задолбал. Мне его ставлю, и он мне пол кухни занимает. Ладно, давайте продолжать. Я свое лицо уберу, потому что я своим лицом немножко отвлекаюсь. Так, в первую очередь, что, на чем мы остановились? Мы, конечно же, должны обчесать этот райончик, я так понимаю, обыскать точнее. Так, там кто-то есть. Здорово, пацан. Здорово, чувак. Сталкер, что с тобой, ты ранен? Врешь, какой же эти твари в баре, мы все теперь такие зло коснулось, нас меняющие лица коснулось ко мне. О чем ты, кто такой меняющий лица? Не заходи в бар, обходи бар за сотню метров, за тысячи, ты понял меня? Понял, понял, успокойся, тебе нужна помощь к периметру, давай. Ты псих, я иду оттуда, понимаешь, я нащупал каверну, пробился на меняющие лица, догнал меня, он говорил со мной. Он прикоснулся ко мне, я трансформируюсь, разве ты не видишь? Не видишь, что со мной творится? Ты просто немного не в себе, пойдем, я знаю, куда идти. Идти ты хочешь меня куда-то отвезти? Я понял, я знаю, кто ты опять настиг меня, я не хочу, чувак, ты псих. Давайте просто завалю, да и все. Ладно, шучу. О, в натуре калашик у меня есть. Так, а что у меня, собственно, есть? У меня есть... Парень, ты что, прикалываешься, что ли? О, зацените, какая у него винтовочка. Я тоже что такое хочу. Кстати, ребята, я буду говорить немножко потише, потому что у меня там дочка спит в соседней комнате. Вернее, еще не спит. Блин, она, наверное, трясется капец, та камера меня бесит немножко. А, вернее, она, наверное, не спит, еще ее... Жена моя укладывает, ну ничего страшного. Так, есть у меня ножик? У меня ножика нет. Самое главное, ребята, это говорить приглушенненько, и тогда будет все ништяк. Так, мало того, что тут аномалия, так тут еще и мина. А интересно, а почему? Скотина, вонючий. Что происходит-то? Че, выброс, что ли? А че за... Все прекратилось. Собака залаяла. Фонарик я выключать не буду, но его в баню. Внимательно смотрим, слушаем радар и смотрим. Охренеть, смотрите, какие крысы. Обалдеть, слушайте, я такой красавчик. Я только что нашел такую херню. И если честно, я немножко не в себе. Так. Вы только гляньте, что у нас теперь есть. What a fucking motherfucking shit. Не, на самом деле винтовочка просто шикарная. Но она только что, как вы помните, была у чувака в руках. Мне такое чувство, что эти крысы его сгрызли, короче. И нате, пожалуйста, будьте как дома. Ну, в смысле, винтовочка, пожалуйста. Успеем мы еще туда зайти. Вот в этот, да? Вот в этот. Давайте зайдем здесь, посмотрим. Скорее всего, должны быть какие-то приколюшки. Слушайте, мне так нравится эта игрушка. Знаете чем? Тем, что она... Так, она что сохраняется? Вот на эту кнопку. Я думал, сейчас загружусь, поэтому замолчал. Головка чешется, что-то. Так, как там камерка записывает? Ой, камера... Мне очень нравится угол обзора, под которым записывает камера. Я наконец-то вот реально вот... Лицо мое видно толстое. Под нужным углом. О, мне приветствуют две мины. Пройду я мимо них. О, прошел. Буду знать теперь радиус действия, который можно обойти. Так, давайте полазим тут по заброшкам, по этому всему. О, музычка заиграла. Что тут есть? Ничего тут нет. Странно. На самом деле странно было бы, если бы что-то было, потому что это очень близко к периметру. Соответственно,
тут, скорее всего, все уже облазили. Кто многолицого какого-то имел в виду, мне показалось, там Джимен стоял. А это всего лишь кузов от самосвала. Так, ладно, давайте покинем эту заброшку, потому что она, ну, скорее всего, обшарена уже. Ящики я открывать не буду. Тратить драгоценные патроны на них. Поэтому давайте просто пойдем дальше. Сука, 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 сука. Ох, какой я опасный, слушайте, ребята. Вот так по зоне, без глаз бегу. Это, наверное, ну, жестко было бы. В жизни я, скорее всего, подох бы. А, подождите. Так, стоп. Я вернулся, что ли, туда, откуда пришел? Да не может быть. Все, сюда на свалку. Да ну нафиг, я что, вернулся туда, откуда пришел? Ну окей, давайте. Так, это что, в натуре так? Или, а, ну вот мой этот самый. Блин, у меня такое чувство, что я какого-то кругаля навернул. Ну. А! Бля, ёпта. Тут даже две машины. Одна из них просто в негодность. Я вспомнил, мы же в прошлой серии закончили на том, что я сдох, и, короче... Ой, блядь, не смог перейти через мост. А тут мина прямо здесь. Давайте с той стороны попробуем. С той стороны, кстати, я вот ни разу даже в первом сталкере не перелазил. К сожалению, у нас нет ни одного этого. Не рави, паскуда, тварь. Ни одного нет гранаты, ни одной. Отличненько. Типичная херня. Все, спускаемся. Замечательно, слушайте, мне понравилось, как мы раз и пересекли так мостик. К сожалению, без транспортного средства. Но если честно, мне... Бля. Как вот, ну... Большому фанату серии Сталкер всегда нравилось ходить именно пешком. Мы, по сути, и так передвигаемся быстрее, чем какой-либо человек, живущий на планете, на мой взгляд. Ну, потому что реально, мы вот... Вот я... Бля, тачпад не отключается, жесть. Надо что-то поговнистее взять. Потому что если я буду так тратить патроны, то будет хана. Чувак, все нормально. Вот тут фауна какая дикая. Слышишь, представитель флоры, мать его за ногу. Да я тебя сейчас в растение превращу. Отлично. Давайте заберем у него то, что ему дарует жизнь. Обалдеть. Это легкая добыча. Бандитская куртка. Обрез. Ксеноформа почему-то у меня делает. Я же в прошлый раз. Смотрите, какая она. В прошлый раз, по-моему, ее обменял очень удачно. А что это? Псевдоплоть? Глаз псевдоплоти. Очень классный мод, то есть в других модах и вообще в оригинальной игре Сталкер Тени Чернобыля вот эта псевдоплоть нас... Дайте же мне договорить, ребята. Подлечились. В оригинальной игре и вообще, ну, как бы во всех модах, которые я когда-либо играл, чтобы, ну, когда убиваешь мутанта и залазишь к нему там во внутренности, смотришь, что у него есть, обычно ни хера нет. И только исполняя квесты, можно что-то там найти. Ну, насколько мне не изменяет память. А здесь вот как-то, знаете, вот как по-людски. То есть открыл, и там всегда есть именно то, что нужно. Или именно... О, гранаты! Откуда они у меня? 6 штук! Ни хера себе, у меня гранаты есть. Так можно было и машинку, наверное, перевести сюда. Что, ребята, будем и машинку... Сука... Один пуль, и все, и хана. И готов питбуль. Я надеюсь, что где-то впереди у нас еще будут машины. Если не будут, мы за ними вернемся. Я вот не пожалею времени и вернусь. Я поставлю запись на паузу и вернусь. Надеюсь, это будет не скоро. Мне нравится пешочком ходить по зоне. Это всегда в этом... Леха-муха, всегда был какой-то шарм. Хороший мод. Муха. Сука, муха, ты тут в ночи летаешь, падла. Мешаешь мне жить. Чё я так к мухе доебался? Так, тихо, тихо. Еще что мне нравится, что тут заминировано все, значит, ребята
конкретно знали, что, где, как будет игрок ходить. Ну, я имею в виду те ребята, которые делали мод. Сука. Надеюсь, то, что здесь заминировано, это хорошо? То есть здесь что-то есть, типа? Мне кажется, что там сверху что-то есть. Нам надо сюда проникнуть. Почему мы не можем в люк залезть, если он тут есть? Это странная логика. Люк есть, залезть в него нельзя. Можем перепрыгнуть? Херак. Будь что я башкой ударюсь в этот плинтус, и, короче, будет жопа. Да стопудово там сверху какая-то херня, типа автомата какого-нибудь прикольненького. Давайте попробуем, короче, перелезть. Если что, считайте меня коммунистом. Типа я коммунист. О! Офигеть, какой я мощный. Опять ребята кричат. Я надеюсь, я не зря тут разминировал. Хера тут нет, блин. А вон, смотрите, что-то там. Ну, тут как и в оригинальной истории. Да, она упала. А, да, действительно, есть тут патрончики. Тут, да, была нычка. Была нычка, и тут лежала всякая херня. Там нет ничего? Так, я к мини вообще близко. Больше ничего нет, да? Ладно, если что-то и есть, то я этого не нашел. Сделаем вид, что я ничего не видел. Я думаю, что там что есть. О, какой красавчик. Перепрыгиваю прям мины, прям ух. Как мух. Перепрыгиваю мины, как мух. Так, главное сейчас не просрать момент и побежать именно в ту сторону, которую надо. Что это там такое? Ладно, херня. Собаки луют. Вон она. Вон даже две. Прям стая, мать их за ногу. О. Перевернутый джип. Какой джип, жопа. Блин, и все заминировано. Реально. Блять, что тут произошло? Так, они не кликабельные, эти ребята. Радиация вообще жопа. Ну там ничего нет, слушайте, я ничего не нашел. Давайте водочки выпьем, наверное. Побежали дальше. Немножко отвлекся. Так. Блин, а патрончиков-то херня полная. Мне это вообще не нравится. То, что ножа нет. Мухи летают вообще жестко. Мушка, мушка, иди отсюда. В ушко тебе. Хрен тебе, в ушко. Прям рядом появилась, представьте. Кто-то моментально заложил. Что можно выкинуть? Ладно, давайте вот эту... Чё? Я, короче, выпил глазик и издох. Какой коварный тип. Так, мы не здесь выходили, мы вон там выходили. Давайте туда и, собственно, и... Оп! Нет. Ух! Как прям кофе с утра. Мина под ногами взбодрила. Горилла, мать её, за ногу. Ладно, давайте побежим сразу туда, куда надо. Нигде не останавливаться, ничего мы не будем вокруг этого танцевать с бубном. Так, короче, глазик я выпил, да? Давайте почитаем, что написано. После мутации увеличенный глаз плоти приобрел ряд свойств, самым полезным из которых является способность к регенерации хрусталика. Детали этого механизма точно неизвестны, но это открытие... Это революции медицины, можно здесь хуй от ногу. Продав глаз плоти для исследования. 300 рублей. Копыта 800 рублей. Да ну нафиг, слушайте, я оставлю да продам. Тем более у меня, в принципе, выносливость ого какая. Я сейчас экзоскелет куплю, блин, и буду бегать, как этот самый, как угорелый Валера. Как железный человек. Человек железа или как его? Смотрел недавно мультик, там он называется «Мстители поссорились». Я не помню, кто это сделал. Ну, кто-то из таких ютуберов довольно-таки знаменитых. Ничего, я по привычке склоняюсь так. Бляха, тачпад сраный, умри. Не умирай, пожалуйста, если ты умрешь, будет печально.
Как-то странно, смотрите, обратите внимание на патроны. Я нажимаю перезарядку. А, я меняю тип патронов, я так понял. Да, действительно. Чего я помираю-то? Помер тогда. Наверное, я... А, ну я же выпил, да. Господи, мне казалось, что чувак стоит. Обалдеть. Мин просто обосраться сколько. Как вы так живете с таким количеством мин? Никогда не любил этот ящик. Ой, блядь, ну вот нахера? Вот прям здесь. Мне прям сюда надо, и здесь прям мина стоит. Давай. Оп. Загрузка закончилась. И мы продолжаем валиться. Нет, я все-таки буду с калашиком. Не, я, наверное, буду пока с этим. А как только какой-то замес, я сразу достаю калашик и начинаю, короче, всех гасить. Так, мы куда вообще идем? Слушайте, а куда мы вообще идем? Что нам нужно-то? Куда мы, мать его, идем? В натуре, а чего мы вышли-то? Нам вот сюда. Что-то я не понял. Ну и тропа, и что? Слушайте, ребята, что-то я, походу, затупил. Ужасно просто. Найти снайпер. Что? Собрать вещь. Ну. А что за тропа-то? Не рави. Чё за тропа, пацаны? Какая в жопу? Я вообще, наверное, я потерялся по полной программе. Давайте, ребята, я, наверное, вернусь в эту точку. Вот сейчас нажму на паузу. И просто, ну и посмотрю, что там за херня. Опа. Спрятались. В смысле, оружие спрятали. Так, ребята. Чё вы на меня смотрите-то? Сучки вы позорные. Тропа где? Вот тропа. Ну, тропа здоровья, ёпта. В каждом городе, наверное, есть тропа здоровья. И где эта тропа? Ну вот где она? Ну вот же тропа. Фиджей, тропа. Где-то она вон тут. Какая-то срака получается. Я как бы туда иду. Там тропа, не тропа. Я что-то не могу понять. Если я перейду на другую локацию, изменится... Ничего же не изменится. Давайте. Я не понимаю, что за херня. Я не понимаю, серьезно. Ребята, это какой-то... Бред, блин, наверное. Но я все равно не могу ничего сделать. Так. Окей, давайте соберем все свои последние интеллектуальные способности во что-то целостное и попытаемся сделать какой-то логический вывод. Свалка. На свалке мы вот, допустим, тогда появились, и я отсюда начал топать назад. Агропром дальше. Дальше нам путь пока что закрыт. Ну, чисто по логике, да. Что, куда мы еще можем попасть? В темную долину мы можем попасть. На янтарь. Не агропром, свалка. Янтарь. Дикая территория. Армейские склады. Болото. Ведьмино болото. Филить, ведьмино болото. Ведьма нихера у себя отбила территории кусок. Большой. Я не понимаю. Ладно, сейчас разберемся. Зацените, ребята, они куда-то идут все. Реально, они куда-то все идут одни. У меня такое чувство, что у них миграция. Идут все к периметру. А, нет, вот одна повернула направо. Сказал, идите нахер. А, нет. А, вон она, сука.
Муха, иди отсюда. Короче, рассказываю, в чем прикол. Суть в, как обычно, во всем простом. Оказывается, вот эта херня, которая произошла, ну, то есть, возникли крысы, и выпала вот эта винтовочка замечательная, которая у меня есть в этом самом, внутрях, в моих. Суть в том, что эта винтовочка, да ёпта, сколько могу я прыгать-то? Эта винтовочка, она не просто так. Оказывается, это винтовочка этого чувака, у которого она была. Это во-первых. А во-вторых, да ёпта. А во-вторых, я наконец-то залез. Этого чувака превратился он, короче, в крыс. Представляете? Это он, оказывается, вот эти крысы, это и есть он. А кабан, которого мы завалили, это превращенный... Муха. Это превращенный в кабана, оказывается, тот человек, который стоял. Оказывается, он превратился, мать его, в кабана. Я немножко почитал инфу в нете. Знаете, не, я без этого, наверное, хрен бы понял, что это превратился он в кабана. А без инфы, которую я прочитал. И, кстати, между прочим, тут есть еще какой-то прикольчик. Не знаю, найдем мы его или нет, этого прикольчика. Вот здесь этот чувак превратился, да? Да, определенно здесь. Вон он, кабан. А, есть еще тут какой-то тепловоз. Сраку ему в нос. Офигеть, пошутил. Шутка юмора, однако. Есть еще какой-то тут тепловозик. И тоже там будет стоять чувак. Тоже с ним произойдет одна очень интересная вещь. Если я его не найду, я вам скажу, что с ним произойдет. А пока что давайте просто его найдем, постараемся. Тоже чувак, обычный чувак, ничем не приглядный. Но что с ним произойдет, когда мы его найдем? Ох уж, блин, что с ним произойдет. Я хочу это просто сам увидеть. Как это будет визуализировано. Я вас, наверное, заинтриговал, просто жесть. А может, вам по-прежнему насрать? Тепловоз какой-то. Может, это и есть тут тепловоз? Ну, навряд ли, это говновоз, по-моему. А тут мы помним, тут есть собачки. У нас есть патрики против них. Они меня окружают. Химера! Так, что заглючило-то? Они не ожидали, короче, начали глючить систему. О, блядь. Очень правдоподобно двигаются твари. И очень правдоподобно не могут меня укусить. А вот это на химер абсолютно не похоже. Офигеть, какая она мощная. Сука, бойтесь меня, блин. Тепловоз. Вы видели ли тепловоз? Уважаемые химеры. Сука, еще одна где-то. Она хочет моей крови. Хрен, я не крови. Эти что, донор, что ли? Так, что это? 9 из 1, 1 из 9. Что-то у меня патронов вообще как бы 0. Хотя пишет нормально. Ой, давайте вот эту вот шнягу. Ууу, сука, патронов это херище просто. Какие вот сюда нужны патроны? Давайте сразу узнаем. Ладно, давайте не будем сразу узнавать. Узнаем, когда придем к какому-нибудь торгашу. Воу-воу-воу-воу-воу. А может здесь где-нибудь? Тепловоз. Офигенный стрелок, блин. Чё тут нет? Бля, ну и звуки тут вообще жесткие. Короче, там какой-то был тепловоз, я не знаю, где он находится. Но он где-то есть. Суть в том, ребята, что этот тепловоз... Там стоит, короче, чувак, должен был стоять. Который, по идее, должен был превратиться в кровососа. Я все-таки сказал это. Но так как мы его не нашли, этого чувака, продолжаем просто-напросто идти дальше. Сейчас мы немножко срежем путь. Сохранимся сразу здесь, потому что это невыносимо долго я шел сюда.
полностью излечимся. И перепрыгнем. Сука. Я, скорее всего, на вас назову эту серию путаницей, просто потому что я реально попутал. Именно здесь и сейчас. Итак, мы вернулись на свалку, и все. И здесь я должен был дальше идти вперед и не обращать внимания вот на это вот дерьмо. Блин, жалко, конечно, что машинки нет. Я уже жалею, на самом деле. Можно было быстро бы сгонять, посмотреть, а что там такое? Хотя, в принципе, там кроме аномалий вот этих вот сраненьких, я ничего не вижу. О, давайте налево, там, по-моему, артефакт лежит, да? О, натуре. А, не, это просто горит костер. Так, знакомые все локации. Что происходит-то? Контролер! Мать его за ногу, смотрите, какой он... Ты не уйдешь от меня? Обалденно. Так, ты мне показал какую-то писюху, ты понял? Я должен его завалить. Я должен это сделать. Че это за херня, чувак? Да ты... Да ты не даешь мне... Ах ты, падла. И что ты будешь дальше делать? Жрать меня? Фига себе. А потом что, домой пойдешь? Телек смотреть, небось? Кармелиту? Ну давайте перейдем. О, прикольно. Эй, а че за прикол-то? Куда я улетел? Ёлки зеленые, такого бреда еще в сталкере не видел. Хана тебе, пидорас. Толстый хмурый парень по кличке Блядский контролер. Вот он превратился в контролера. Сука, лови в спину. Блядь, какой он толстый, пиздец. Чувак, ты бы похудел, мне бы тебя убивать было бы проще. Балдеть, сколько в нем хп. Потихонечку, мы не будем рисковать. Животное тупое. Так, что у нас тут есть? Тут дохера что есть? Балдеть, какая-то винт. Стурмэгхерферт. Хуеверт какой-то, блядский. Обалдеть. За 3,5. Не, ну вот это-то лучше. Ну, у этой патрончики интересные другие. Ну, дешевле, блин, на самом деле, чем калашик. Точность повреждения у него больше, а удобность, собственно, у этого чувака лучше. Что у нас по броне? Так, ну, броню мы, соответственно, меняем. Эту можно оставить, ее продадим. Ну и походим с этой херней. Блин, я вообще не понимаю, что за борода. Люди превращаются в элегантные шорты. Если кто-то помнит классику, ставьте лайк за эту офигенную фразу. Люди превращаются в шорты. Не знаю, только наркоману во сне может присниться. Больше нигде, только наркоману во сне. Офигенный джип. Поняли? А это чё? А это офигенный... Ещё более-менее, чуть менее офигенный джип. Но все равно офигенный. А это чё? Балдеть, тут все машины в хорошем состоянии. Чернобыль, ёпта. А чё вы ожидали? Ладно, давайте подойдем сюда. Я там же в гиде по прохождению нашел фразу о том, что нам какого-то пиздюка надо будет встретить. Ребята там! Вы все видите. Нет! 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 Сука, я вырвусь. Мое. Взял! Уходим, уходим! Быстро! Сука! Ну как так-то? Да тянись ты! Тебя сейчас въебу. Давай, уходим, уходим. А, я не могу уйти. Давай.
Да давай ты. Да тут, да, да, сука. Да. Падла, сколько же я всего истратил-то? Если это окупится, что у меня там? Что я взял? Ломать мясо. Думаете, меня это чему-то научило? Да нет. Вон, вон он, красавчик. Подожди, не лети. Я где-то слышал, что есть такая игра, в которой... Ну, короче, птичек сделали очень халтурно. И эта игра заняла какое-то место в каком-то топе по халтурности. Ломьте мясо, вы мои! Давай, давай, убегай, все, все, все. Сука, давай, ну, пожалуйста, ну, умоляю. Давай, 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 сука. Давай, 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 давай. Я смогу. Ну, ну же, тварь. Давай, ты падла. Давай, ты уйдешь. Походу, я в две сразу угодил. Да падла, ну сколько ж ты можешь... Жрать мои аптечки, подлюка. Как я умер? А давайте поржу над моим телом. Обалдеть. Да уж, что обалдеть, то обалдеть. Интересно, мое тело. Это вот на самом деле, да, то, что с вами будет после того, как вы попадете. От вас, скорее всего, даже костей не останется. Не, смотрите, что-то осталось еще. Обалдеть, вот это мод. Да, есть некоторые кости, которые в организме человека просто отказываются разрушаться. Давай, берцовая кость, покажи нам класс. Я в шоке. Это пиздец как реалистично. И что, это прах мой возносится к небу? Ну, такая честь, спасибо, ребята. Ладно, ребята, давайте на сегодня закончим. Меня... В очередной раз погубила моя любознательность, потому что, ну, в оригинальных там никакого труда не составляло залезть туда, достать эти артефакты и все, и, собственно, быть счастливым. Счастливым случай. Дарья не попутал. Счастливым. А, и все, собственно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. И, в принципе, уже закончим, наверное, на сегодня. Закончим, я сказал, на сегодня. Труба! Проснись и пой! На маленьком туча. Но мы туда пойдем в следующей серии. А на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу и будьте счастливы. Всем пока.